Вышел в свет мой новый трехтомный труд. Три книги, которые называются «Православное учение о сотворении и». Первый том «Православное учение о сотворении и теория эволюции». Второй том «Православное учение о сотворении и классики эволюционизма». Третий том «Православное учение о сотворении и модернистское богословие». Этот трехтомник посвящен отцу Серафиму Роузу с посвящениями в каждой из частей. И предисловие к первому тому написано отцом Дамаскином Христенсеном, его учеником, американским игуменом. А к второму и третьему тому предисловие написал грузинский старец, отец Рафаил Карелин. Содержание первого тома содержит учение церкви, основанное на Священном Писании, и учение святых отцов. Содержит также цитаты из богослужебных книг Актоиха, Триоде, Постной и Цветной и Праздничной Минеи. Содержание этой книги говорит о сотворении мира и сотворении человека согласно православной церковной традиции. Второй том «Православное учение сотворения и классики эволюционизма» посвящен трем основоположникам этого учения. Чарльз Дарвин, первая часть, вторая часть – академик Владимир Иванович Вернадский и третья часть – Пьер Тьер де Шарден, первый из западных богословов, который решил совместить учение об эволюции с учением о сотворении. Мы представляем подробный научный богословский анализ этих трех китов эволюционизма. И книга также содержит философское введение к теме и искусствоведческое заключение к этой теме. Третий том, последний, «Православное учение о сотворении и модернистское богословие» представляет анализ тех авторов и их ошибочных суждений, которые на эту тему высказываются в богословской и научной среде. Итак, эти три тома взаимосвязаны. Первый дает церковное духовное основание истоков эволюционного учения, второй дает научные истоки, и третий том говорит об актуальности этой темы, на примерах тех ошибок богословских и научных, которые продолжаются по настоящий день. Надеюсь, наш новый трехтомник будет интересен читателю и православному, и занимающемуся наукой, и всем, кто интересуется этой тематикой.